что-то еще, подождать, да и опять подуматься. Просто бывают паузы такие, паузы бывают, депрессии, да, скажем так. В любом варианте, это может быть, что-то не сложилось по работе, вот. Да, просто главное не пуститься ниже. Выдержать какой-то период, да, вот. Вы вышли на эту ступенечку, да, на ровную. Вам дальше не прыгнуть, не проползти, не обойти. Все, тут главное, ну, все, конечно, зависит от человека. Тут главное хотя бы держаться на этой ступеньке, все. Вот. Даже когда у тебя опустились руки, ну, пускай руки опустились, но сам-то не нагибайся. Вот такой вот рецепт, я так считаю, больше какой еще. Пережить и все, пускай это будет день, два, три, месяц. Бывают всякие моменты, бывает горе какое-то, бывает просто, ну, просто крах, сыпется, все. Паника даже, можешь панику испытывать, что все уже, там, жизнь кончилась, вот, хоть в петлю лезь. Нет, надо просто это перетерпеть, и все. Всегда есть выход. Всегда есть выход. Может, даже придется через предыдущий вход выйти. Но выход найдется.